друзья, с вами снова Илья, и сегодня мы в очередной раз продолжим прохождение игры Tomb Raider. Видео снято специально для группы vk.com/play2play. Ну что ж, продолжаем. Так, что у нас тут есть интересненького? Еще патроны. Ну блин, у нас их максимум. Некуда нам их брать. Если бы было бы свободное место, я бы их с удовольствием принял. А так уж... девать их некуда. Так. Пойдемте-ка. Поищем. Все тайники в том здании. Так, что у нас тут? Так, да потуши ты свой факел. Так. Открываем. Есть. Что у нас тут? Так. Детальки. И еще один артефакт. На сей раз что это? Лопух. В канпон служит противовоспалительным средством. Сушеный корень. Габо. Это лопух. В компо он слушает противовоспалительным средством. Такая милая колбочка. С всякими сушеными кореньями. Так, патрончики. Да блин, ну почему их так много, а места для них у меня так мало. Обидно даже. Обидно. Так, вон у нас еще там артефакты. Ай-яй-яй, лоханулся, лоханулся. Еще разок. Мы молодцы. Тут у нас еще артефакт. Что это у нас? Кто-то часто рассматривал эту фотографию. Фотография. Он не вернулся домой. Этот остров забрал слишком много жизней. Женщина какая-то. Или девочка. К сожалению, что тут написано, я не могу прочитать. Что-то many you, yes, months, mancy. Ну, что-то такое. Так. И тут же у нас еще документ. Но он, мне кажется, этажом выше. Потому что тут, как мы видим, его нету. А вот и документ. Через 2 недели. Так, давайте откроем эту дверцу. Еще детальки. И патроны. Ну, у нас их максимально. Так, что тут и есть еще? Нам надо каким-либо образом забраться на крышу этого здания. Ай, ай-яй-яй. Интересно, вот это можно вытолкнуть? Во, а на нее запрыгнуть можно? Можно. Так, ну она что-то не очень устойчивая. Во! Мы с вами действительно умные и находчивые. Еще одно гнездо. И на сей раз нам надо как-нибудь забраться повыше. Ай-яй-яй, не падать. Ага, она, значит, не может так.
Обидно. Ну что ж. Так. Вот эти канаты натяжные, они удобны для быстрого перемещения между локациями. Что это? Что это? А, все, это где мы были в предыдущей серии. Маяк. Так, тут у нас что-нибудь есть? Есть вроде. Или нету? Это камушек. Ай! Куда? Куда ж ты? Так, что у нас еще не добыто? Это лагерь. А лагерь у нас вроде как там. Но до него далековато. Он там наверху. А почему я его раньше не заметил? Ладно. Я думал, вода нам смягчит посадку. А, оказывается, нет. Ну что ж. Рестарт. Рестарт. Так. Ну, по самолету-то можно забраться? Так. Ах ты ж! Ёкарный бабай. Или вот так. Еще патроны. Ну, некуда мне их девать. Это самое обидное, когда находишь что-то, а положить-то и некуда. Так, стрелы, тайник. И мы нашли уже 7 из 5 тайников. Так, добудем еще деталек. Как вы видите, они играют далеко не последнюю роль. Еще детальки. И опять мое нелюбимое медленное забирая мед. Фу! Короче, медленный поход по скалам. Вот с помощью вот этого. Ледокола, ледоруба. Как его еще называют? Так, теперь нам куда? Ага, туда. Ну, двигаем, двигаем. Чё стоять-то? Ты чё буянишь, Лара? Нам наверх надо. Так. Надеюсь, нас пилот там не заждался, пока я искал тайники. Ну и всякую фигню, которую можно раздобыть. Идем, пора возвращаться. Заткнись, дай мне закончить. Мне нужна помощь! Ах, ты ж как я лоханулся. Есть. Все, уничтожили их. Во.
Еще статуя. Так, что тут есть? А тут у нас, собственно, то место, которое ранее было закрыто. А тут что-то у нас было подсвечено. А, это птички. Птички-птички невелички. Так, давайте спустимся вниз. Тут тоже что-то есть. Не зря же. Есть такая возможность. А тут у нас тайник. Что это? Американцы никогда бы тут это не бросили. Не думаю, что кто-нибудь из них остался в живых. Солдатские жетоны пехотинцев, вернее, морских пехотинцев США. Еще гнездо. Так. Давайте для начала попробуем забраться сюда. Перебираем ножками, ручками, частями, в общем, телом. Еще деталечки. Статуя. И тут мы с вами нашли еще одну часть дневника. Пришло время покинуть этот проклятый остров. Да. Что еще есть? Лезем на самый верх. Что тут у нас? Неужели ничего? Ага, вон там у нас находится тайник. Я забыл. Ах ты ж ёкарный бабай, а. Надеюсь, недалеко мы с вами сейчас возродимся. А то если далеко... Блин. Хотя нет. Не так уж и далеко, если быть откровенным. Так. Вот она. Еще одна кладка яиц. Тут у нас... Держись. Держись. Да что ж такое-то, а? Лара, что ты вытворяешь-то? Ты вообще трезвая или как? Надо туда добраться. Так. Это вот таким макаром. Это нам следует сюда забраться и отсюда сделать канат на ту сторону. А там у нас пещерка. Надо будет потом в нее как раз таки нам зайти перед тем, как продолжить полное прохождение. Во, как мы с вами умудрились схватиться прямо на лету. Если бы не схватились, опять разбились бы об землю, и все. И снова десинхронизация.
Так, еще одна статуя нами освещена. Вот так. Но перед тем, как отправиться дальше туда, мы сходим в пещеру сокровищ. Так, там у нас ничего нету. Точно нету. Так, давайте удостоверимся. Ну да, пусто. Пусто. И все у нас на локации горной деревни выполнено на 68%. Я же привык, что все свои задания выполняю на 100. Поэтому этим мы сейчас с вами и займемся. А потом только отправимся за пилотом, который разбился. Так. Отсюда мы сделаем канатик туда, чтобы потом по-быстрому переместиться и не наворачивать круги. Да уж, предыдущая серия у нас получилась весьма длинной, аж 49 минут, ну, грубо говоря, 50. Поэтому я думаю, эту серию я сделаю менее длинной, чтобы вас, дорогие зрители, не грузить. Так, что у нас тут будет интересного? А в гробницах, как вы уж поняли, все весьма запутано и необыкновенно. Нужно туда забраться. Ну и вот, собственно, куда нам сейчас надо держать свой путь. Нам надо закрыть это все, если я не ошибаюсь. Вы просто поглядите, вот это все, что строилось в древности и достигло такого, так сказать. Так. Есть. С первого раза получилось, надо же. Так, давай, Лара, давай, не подведи. Просто еще раз забираться сюда, и я не имею никакого желания. Так, что тут может, у нас это есть? Была часть большого комплекса? Пусто. Там у нас такой же результат. Зато нашли огромный красивый сундук. И сейчас разграбим его содержимое. Есть, мы получили 1250 очков опыта, и у нас одна из трех деталей для пистолета собрана. Поздравляю. И мы нашли карту сокровищ, которая покажет, где у нас что находится. Так, тут документ, тут еще тайник, там тайник. Ух ты, тут столько тайников, а я их почему-то раньше не заметил. Надо будет потом все еще раз обследовать. Возвращаемся
тут и нам больше делать нечего. Так, у нас есть и 2 очка, чтобы улучшить навыки. Так, тут мы что можем улучшить? Ага, это пока недоступно. Поэтому давайте-ка поставим улучшение боезапас. Мы можем носить теперь больше боеприпасов. Как раз таки о чем я и мечтал. Ну давайте освоим ледоруб. Теперь мы можем убивать противников этим приспособлением. Так, и улучшим собственное снаряжение. Так. Улучшили мы лук с вами. Теперь у нас он пока прокачан на все 100%. Можем улучшить автомат. Увеличим магазин на 15 патронов. Ну и все. Мы больше ничего сделать не можем, ибо потратили все детальки, которые у нас были, которые мы так долго-долго с вами собирали. Но тем не менее, молодцы, нашли гробницу, разграбили ее, прокачали свои навыки и улучшили снаряжение. Так, наша карта с вами обновилась. Теперь на нее нанесены все тайники, все артефакты, которые не найдены нами. Ну, в общем, все то, что нам предстоит найти, все обозначено на карте. А этого, к слову, весьма-весьма много еще. Так. Теперь мы перемещаемся сюда. Тут мы нашли еще один документ. Ух ты. Забыл сменить оружку. Так, лук. Так, забираемся по стене, и сейчас уже в считанные мгновения окажемся у пилота. Ты только не падай, Лара. Ты мне еще нужна. Так, что за... Почему Лара сорвалась? Я вроде нажал И, чтобы ледорубом ухватиться за вот эту выщербленную стену. Ну давай, Лара, зачем ты висишь-то прямо над пропастью? Ты двигай потихонечку. Есть. В этот раз мне удалось ухватиться. Прямо себя терминатором чувствую. Людей убиваю. Сквозь пропасти прыгаю. Даже не терминатором, а Рэмбо. Только в женском обличии. Так, что у нас тут есть? А вроде тут и ничего и нету.
Мы сейчас находимся на новой местности, эй, Лара, называемый перевал. Не волнуйся, на... Так, тут всего лишь у нас находится один лагерь. Идем другой способ выбраться отсюда, правда? Надеюсь. Что там с Эмми? Ее следы ведут в древний японский дворец. Мне это не нравится. Не волнуйся, может, она просто зашла туда посмотреть. Ты ужасно милый лжец, кролик. Алекс. Тебе нужно что-то с этим делать. Удачи. Еще кролик. Можешь вас застрелить, а? Где ты, кролик? Ну хватит играть в прятки, выходи. Ну не хочешь, как хочешь. Зато тут есть мышки. Так, что мы можем сделать в лагере? Ну ничего, кроме как сохраниться в нем, мы с вами не можем. Так, получили плюс 20 очков опыта. Так, что еще у нас есть? Мышки, мышки, мышки. Костер и мышки. И больше вроде ничего. Ну да, пусто. Поэтому перемещаемся с вами на контрольную точку. Она находится где-то там. Так, тут больше ничего нету. Нету. Ну что ж. Императрица Пимика? Ух ты, там кто-то есть. Глядите-ка. А, это пилот. Это тот пилот, который оставил сигнал нам. Капитан Джессоп! Капитан Джессоп! Нет. Нам надо к нему. Боже мой! Беги, Лара, беги! Ты доставила мне слишком много неприятностей, но ты наивна и весьма предсказуема. Убить ее! Это они! Хранители Леони! Чимазури не отдеру! Вау. Вау. Вот это поворот. А вот это поворот еще хуже. Посмотрите, сколько человеческих останков. Сколько трупов подвешенных под потолком. Вы только гляньте. И это сотворил, я боюсь, что не человек. Так, нам надо раскачиваться влево и вправо, чтобы вот этот штырь вырвался. Да? Я прав? Так. Да. Черт. Грохнулись так. Не, ну это зрелище не для слабонервных. Лара, скажу тебе по секрету, тут происходит такая задница, что из нее будет не так уж легко выбраться нам. Посмотрите. Вы гляньте, что это. Это расчлененка, это хуже, чем пила. Это хуже, чем пила в 3D. Это жесть. Вон, выкатились человеческие головушки. А вот это, я боюсь, именно тот, кто всех этих людей покромсал и растерзал.
Так, Лара, нам надо отсюда уходить. Это 100%. Смотрите, опарыш, что ли, ползает? Вот. Такие, фу, противные. Так, давай отсюда выбираться быстрее. Жесть, фу. Ёкарный ты бабай. Это реальная жесть. Так, патроны для дробовика нам не понадобятся. Стрелы у нас есть. А, ну их, собственно, даже взять нельзя. Так, там мы все взяли. О, мы нашли новое оружие. Дробовик. Надеюсь, не совсем заржавело. Так, надо отсюда выбираться во что бы то ни стало. Императрица Солнца и ее штормовые стражи. Пимика, первая императрица Солнца. Это Яматай. Это действительно ты? Вернее, твои останки. Невероятно. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Манта! Черт, нет! Ух ты, нас засекли! Так, у нас есть дробовик. Вот так тебе. Нате. Так, сейчас обыщем мертвых противников. Благо им боеприпасы уже ни к чему. Так, всех раскидали? Или еще кто остался? Так. Открываем свой проход. Ух ты, ух ты, ух ты. Ну что ж, дорогие друзья, на этом очередную серию нашего прохождения мы закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание. Всем хорошего настроения, до новых встреч, пока.